В настоящее время, согласно плану и проекта, мы производим демонтаж наружных стен и кровли. Это делается в связи с тем, что в результате обследования выявлены дефекты в наружных стенах и, соответственно, дефекты кровли. Тоже остается только бетонный каркас, и потом мы снова слаживаем все стены. Мы демонтировали все окна, двери. Вот этот кирпичный газоблок, он пришел в негодность, потому что очень много циклов замораживания, размораживания, залито водой все это было, и его уже использовать нельзя. Также мы делаем гидроизоляцию цоколя в настоящее время, согласно графику, и занимаемся наружными сетями. В течение месяца мы закончим эти работы и приступим к кладке наружных стен и устройству кровли. В дальнейшем, согласно графику, у нас приобретены материалы, разработан план работ, и в настоящее время мы строго по графику движемся. Согласно договору и план графика, ввод в эксплуатацию садика в августе следующего года.